Здравствуйте, ребята, дорогие мои малыши телезрители! Я рад приветствовать вас с экранов телевизоров в передаче «У Лёвушки в гостях». Сегодня мы с вами посмотрим заключительную часть спектакля сказки «Счастье и труд рядом идут». Поэтому я хочу назвать имена тех, кто был задействован в его постановке, и сказать им большое Лёвушкино спасибо. Итак, это в первую очередь заведующая детского сада «Солнышко» Дружкова Ольга Анатольевна, музыкальный руководитель Одинцова Александра Викторовна, воспитатели Лимонова Наталья Алексеевна, Соколова Валентина Николаевна, Ильмова Лариса Витальевна, Румянцева Надежда Юрьевна, а также родители, которые шили костюмы и подарили их детскому саду. И, конечно же, наши маленькие актеры, ребята подготовительной группы детского сада «Солнышко». Всех их перечислить, конечно, будет нелегко. Лучше давайте мы на них еще раз посмотрим. Вот, пришли. Располагайся. Ну, Родинка, не стесняйся. Я работать ухожу. Поздно вечером приду. Меня в дом Иван привел. На работу сам пришел. Ну, и я не подведу. Здесь порядок на него. Закончилась эта чудесная сказка, как обычно, счастливым концом. Но не забывайте, друзья мои, что сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Вот вам, пожалуйста, еще одна мудрая народная пословица. Ну а теперь предлагаю всем нам посмотреть продолжение мультфильма «Чудо-мельница». На этом наша сегодняшняя встреча, друзья мои, завершается. Увидимся завтра, как обычно, в эфире Углического телевидения в передаче «У Лёвушки в гостях». Пока!